Представители самой благородной профессии накануне Дня медицинского работника чествовали в Тюменском драматическом театре. Лучших медиков региона поздравили руководители исполнительных и законодательных органов власти. Слова благодарности и признания прозвучали от заместителя председателя Тюменской областной думы, координатора региональных проектов партии «Единая Россия. Здоровое будущее» и земский доктор Виктора Рейна. Наша тюменская медицина сегодня, если оценивать по ряду показателей, по рейтингу одна из лучших в Российской Федерации, это, безусловно, ваша заслуга, безусловно, понимание регионального правительства, депутатского корпуса, что эта сфера, она особая, она чувствительная, ей нужно помогать. И сегодня, видя ваши радостные лица, я хочу еще раз поздравляю вас, сказать спасибо, что вы у нас есть. И порадоваться тому, что мы, поднимая сельскую медицину, вместе с департаментом проводим замечательный конкурс «Земский доктор». И нам очень хотелось бы поднять качество и уровень услуг медицинских именно на селе. Это у нас получается, но есть еще проблемы, мы о них знаем. Мы обязательно поможем провести в следующем году и конкурс на лучшую медицинскую сестру. Это все те люди, которые в целом, будем говорить, сегодня ведут эту благородную миссию, и за что вам еще раз спасибо. Я хочу вам низко поклониться, искренне от всей души. Парламентарий также подвел итоги конкурса «Мое призвание – сельская медицина» и наградил победителей и призеров денежной премией и ценными подарками от имени депутатов областной думы Владимира Ульянова и Владимира Ковина. Стоит отметить, что в последние годы в сельских территориях здравоохранение активно развивается. Так, за период с 2011 года по 2015 численность врачей, работающих в сельских больницах, выросла на 218 человек, а среднего медицинского персонала на 242 человека.